приветствуем на канале «Всегда на позитиве». Сегодня у нас теплый февральский денек, и мы едем на термальные источники. Термальный источник называется Беловский. Давно мы здесь не были. Говорят, там новшества обновили. Бассейны, новенькое что-то появилось. Так что вот поедем, посмотрим, покупаемся и вам покажем. Последнее время мы все время ездили прямо на долину гейзеров, а сейчас мы едем направо, вот Беловский термальный комплекс, 2,4 километра. Везде есть указатели, куда поехать, на термальный бассейн, а вон уже вдалеке он виден. Сейчас направо. Из Ставрополя мы выезжали, у нас ини на деревьях. Холодно, пасмурно, а здесь приехали, здесь солнце светит вовсю. Тут уже настоящая весна. Даже и не скажешь, что сейчас февраль еще. Территория 1 и 2, территория 3 направо, но территория 3 сегодня не работает. Так что мы едем на территорию 1. Ну, это самая большая территория, в которой больше всего бассейнов и интереснее всего.
Thank you.